Так. В общем, мы делаем в новой квартире, которую делаю. Тут с прихожей, смотрите, вот. Ой, куча мешков. Это мы выносим санузел. Вот. Вот санузел у нас. Вот что мы делаем с санузлом. Вот. Короче, вот так вот мы все вынесли. Вот. Мы его просто расширяем. Вот там стенка была, где вот находится вот этот водонагреватель, как оно. Ну, труба это горячая в ванной. Вот. По ней была стена. Мы расширяем где-то сантиметров на 20. Она будет больше. У нас будет просторней. Вот. И убираем вот эту кабинку. Всю кабинку убираем. Всю-всю-всю вот. Убираем. И видите, там наверху тоже кабинка, потолок надо будет убрать. Вот. Даже вот такой у нас ремонт. Мальчик делает, конечно. Не мы делаем, а при это самое наняли. Мальчик неплохой. Отбойный молоток у него. Сегодня он делает. Что-то у него там погорело даже. Вот, вот видите. То есть совмещать санузел мы не будем. Вот, пока все заложили. Ну, пока еще не доделал. Все это надо будет выносить. Купили 50 мешков. Маловато. Надо еще 80 купить. Вот, завтра будем расширять этот проем. Вот у нас этот проем в холл. То есть это снимаем эту дверь, потому что будет расширяться санузел. А, и вот этот проем. Сюда сдвинем, будет вырезаться. Вот чем я вот занимаюсь. Один ремонт прошла в новой квартире, теперь вот продали, теперь ремонт по-новому в другой квартире. Это, вот, пока начали с малого, с санузла. Самой кабинки такой, маленькой, но по сути, наверное, самой дорогой в квартире. Вот. А уже вот с этой, на кухне у нас там собрали уже. Здесь, понимаете, паркетная доска, но она старая. Дом уже много лет, ее надо просто вот менять. Она скрипит, все, то есть, ну, когда-то это было, конечно, красиво, все это доска, все, но все это надо менять. Вот, поэтому мы вот содрали, ну не мы, а мастер содрал уже там. Вот, все это отдадим на растопку, там у нас с нашего дома есть, забирает на терроборону, там они что-то жгут, костры под Киевом, это все вынесем, заберут все дерево, все заберут. Вот, а это мы будем нанимать вывоз мусора. Даша, вот чем я занимаюсь, и, понимаете, не могу записывать нормальное видео. Вот. Квартира трехкомнатная, в каждой квартире надо, ну, в каждой комнате надо делать ремонт. Вот. Двери, конечно, сосновые, хорошие, но они, знаете, уже не современные. Все это надо другие двери ставить. Мы с коробками вон снимаем. Вот. Кому-то, может, отдадим или продадим. Ну, не знаю. Короче, аккуратненько парень снял, поставил. Вот. Может, в группу дома выложим. Вот. До люстры еще не доходило. Это еще надо хозяйку у нас, которая продала эту квартиру, она в соседях живет. Люстру надо снять, еще и отдать. Вот. Уже нам не надо совершенно. Короче, вот такие у нас дела.